17 мая 1944 года – это страшная трагедия в истории моего народа. Депортация и геноцид. Во время этой депортации погибло почти половина населения крымско-татарского народа. Но мы выжили, не потерялись, не ассимилировали, на что надеялся советский режим, и вернулись на свою историческую родину. Сейчас снова повисла угроза над моим народом. Крым оккупирован. В оккупированном Крыму единственная группа организованных людей, которые не признают аннексию, это крымские татары. За это они подверглись репрессиям. Идут обыски в домах, в школах, в мечетях, похищение людей, активистов и членов Меджлиса по сфабрикованным делам кидают за решетку. Запрет Меджлиса, запрет на въезд лидера Меджлиса, запреты всех средств массовой информации крымско-татарского народа. И это все в 21 веке на территории современной Европы. Европа, которая пережила Холокост и другие страшные вещи. Сегодня в Украине родилась нация, нация украинцев. Независимо от национальности, вероисповедания, цвета кожи и разреза глаз. Если у нас есть общество, и мы говорим все с одной позиции, с позиции гражданина Украины, то мы победим и выстоим в этой войне.